На Украине проходят президентские выборы. К середине дня проголосовали все основные кандидаты. Среди фаворитов опросов Владимир Зеленский, шоумен и актер. До нынешних выборов политикой он не занимался и к госслужбе отношения не имел. Но, вероятно, именно этот фактор играет в его пользу. По мнению многих украинских избирателей, политическая система в стране нуждается в коренных реформах. И Зеленский, считают они, может стать проводником этих перемен. Рейтинг действующего президента Петра Порошенко, который решил идти на второй срок, заметно ниже. Сказывается накопившиеся за годы его президентства проблемы в сфере экономики, война в Донбассе. Но при этом сторонники Порошенко ставят ему в заслугу то, что при нем был отменен визовый режим с Евросоюзом, а в 2018 году создана автокефальная православная церковь Украины. Также в тройку лидеров предвыборной гонки входит Юлия Тимошенко, бывшая премьер-министр Украины. Она вернулась в большую политику с обещаниями принять новую конституцию, уменьшить тарифы на газ и электричество. И в случае победы она планирует реформировать армию и восстановить мир, наказав Россию за аннексию Крыма. В целом, вряд ли кто-то из кандидатов сможет одержать победу в первом туре, поэтому основная борьба развернется в туре втором. Но без сюрпризов на нынешних выборах не обойдется, уверены местные наблюдатели.